Еще один пешеходный переход в городе стал безопаснее. У лицея номер 6 на улице Воронина установлен новый светофорный объект. Искусственные неровности на дороге появилась разметка. Директор школы, учителя и родители долго просили администрацию города обратить внимание на опасный участок. Просьбы были услышаны. В мае месяце, когда делали ремонт, у нас сняли полностью все неровности, и, конечно, визг тормозов был постоянно. Ребята переходили, мы устраивали рейды. Родители, которые встречали детей, они прямо организованно группами старались переводить первоклашек, второклашек, чтобы избежать этого, ну, различных ДТП. Знаки здесь современные, с яркой светоотражающей пленкой, заметной водителю. Для невнимательных автовладельцев установлен светофор. Он работает в режиме мигающего желтого света и должен предупредить автолюбителей, что перед ними нерегулируемый пешеходный переход. Таких светофорных индикаторов в городе установлено 8. 7 из них перед образовательными учреждениями. В настоящее время у нас наблюдается небольшое снижение по количеству дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, а именно 139 ДТП. В том году было 158, 4 погибших, в том году было 9, и 146 раненых, в том году было 158. В этом году, отчитался Александр Кузьмичев, городские власти сделали все возможное, чтобы на дорогах стало безопаснее. В уходящем году 8 километров пешеходных ограждений мы поставили. Это сделало более безопасным движение автомобилей, движение пешеходов на улицах города. Это большая, в общем-то, сумма. Установка светофорных индикаторов, знаков и неровностей выполняется за счет средств федерального бюджета. В будущем так должны быть оборудованы переходы у всех школ и детских садов. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.